Депутаты окружного собрания, несмотря на новогодние праздники, провели выездное совещание. Темой для него стало качество уборки городских дорог. Вместе с депутатами состояние дорог и тротуаров проверяли представители профильного департамента. Тротуары эти, как их чистить? Если мы поставим забор, будет опять сложно. Под пристальное внимание народных избранников попали дороги центрального микрорайона. Состояние, качество уборки. Нет, мы сейчас должны продумать, что настолько узкие тротуары, что когда дороги передадут к нам, мы как будем мучиться с этими тротуарами, которые узкие, за счет того, что наставили кругом заборы. В ходе инспектирования парламентарии сошлись во мнении, имеют место быть нарушения основных показателей зимнего содержания. Ширина чистой дороги без снега и льда, толщина снежного наката на проезжей части и обочинах, наледь, некачественная уборка остановочных площадок, тротуаров. И что такое колейность, мы определились, и мы хотим понять все-таки, чтобы когда с общих позиций говорим, что же мы хотим от дороги увидеть и понять, как она должна чиститься, значит, мы говорим самое ключевое слово – колейность. И значит, вот это разделительное между сторонами движения, у нас средняя часть должна, этот горбик должен что? Отсутствовать. По результатам проверки депутаты и специалисты профильного департамента администрации округа приняли решение провести еще одно выездное заседание. На этот раз привлечь сотрудников ГИБДД, представителей мэрии и организацию, обслуживающую городские дороги «Дорремстрой», чтобы совместно обсудить пути решения общей нарьинмарской проблемы – состояние дорог. Ольга Руслу, Леонид Шишелов, телеканал «Север».